Вот вы знаете, сегодня просто была такая маленькая акция около памятника Грибоедова, это около метро Чистополедина в Москве, центр Москвы. А там вышло вообще на около памятника, там человек, наверное, 6-7, они поменялись друг друга с плакатами, они пели песнями, они читали стихи. А там была такая маленькая толпа, скажем, человек, наверное, 30, наверное, которые поддержали вот эту акцию. Еще, хотя, надо сказать, что, конечно, чувство чуть побольше, если включаются еще журналисты. Ну, в общем, надо сказать, что они просто читали там, там была такая поддержка политзаключённых не только в России, но и в Украине, это важно сказать. Они читали, пели песни против войны на Украине. И они еще поддерживали, естественно, Олега Сенцова, который 100 дней уже там на голодовке. Очень много здесь беспокоились, конечно, его здоровье, его шансы на выживание. Это было интересно сегодня. Один из людей, которые вышли на площадь, они все-таки поддержали еще плакаты с фотографиями, фотография Анатолия Марченко. Марченко – это был очень известный диссидент и член московской группы «Хельсинки», который умер во время голодовки в 1966 году. После 107 дней, 17 дней. Конечно, это было такое событие, которое шокировало очень много людей тогда. И, естественно, здесь самое главное послание, что не повторилось такой случай с Сенцовым.